Итак, ну что, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у меня будет новое видео. Покатушечка, как в старые времена. Я буду типа один кататься. И вообще вам покажу, как я катаюсь иногда по селу. У меня дело, как видите, ну немного грязное, потому что у нас тут бывают дожди. И иногда я катаюсь. Вот. Но сейчас для начала нам надо завести ее и прогреть. Потому что сейчас я буду заводить первый раз за этот день, и вы посмотрите, как с первого раза заводится моя дио. Вот, просто зажимаем тормоз и все. Теперь надо подождать где-то минуты две, и она уже начнет ехать нормально. Ну и короче, прогревка закончится. Сейчас я вам включусь, когда уже она прогреется, и мы поедем кататься. Ну что, а также хочу вам порекомендовать канал Гараж 125. Ссылка на его канал будет в описании. Ну а он снимает про свой скутер Honda Dio 35ZX. Поэтому давайте поможем ему добить 200 подписчиков. Если каждый, даже пятый, перейдет на его канал и подпишется, то мы сможем добить ему эти 200 подписчиков. Ну и также просто перейдите и посмотрите последнего видео, и давайте там наберем тоже там 200 просмотров, чтобы ему было приятно. Все, ссылка будет в описании. Переходим, подписываемся. Так, ну что, вот я уже еду. Сейчас, короче, мы едем до Ванька, потому что вчера, короче, там выставили гвозди, чтобы мы там типа не ездили, я так понял. И Ванек дал прокатиться человеку, и он, короче, наехал на один из гвоздей. Прям посередине резины гвоздь встал. Сейчас я еду до Ванька, он мне даст денег, я ему съездил, куплю камеру. И потом он поставит и будет уже кататься. Ну а в это видео попадают вот эти 5 комментариев. А если вы хотите, чтобы ваш комментарий попал в видос, то пишите обязательно под новыми видео. И тогда шанс того, что ваш комментарий попадет в ролик, очень высокий. Давайте пишем комментарии и поехали смотреть. Так, дорога, конечно, тут так себе. Так, ну 60 я еду спокойно. Сейчас, короче, беру деньги, и мы едем в магазин. Так, ну вот я, короче, купил такую камеру 3.5 на 10 за 400 рублей. Хотя совсем недавно они стоили по 350. Короче, на 50 рублей цены поднялись. Это такая простая камера. Вот сейчас еду ему отдавать. Так, ну все, я уже съездил, отдал Ваньку камеру. И теперь мы едем кататься дальше. Объезжаем все кочки. Сегодня у меня будет покатушка именно по селу. Она будет, я думаю, ну, не очень большая. Просто хочу, чтобы вы увидели, где я катаюсь, как я катаюсь. Так, это что тут? Загоны. Thank you.
вилка села. Погулять. Каждая кочка теперь чувствуется. Даже вот самая маленькая. Так, поворачиваем. Тут у нас такой отрезок дороги, который весь уже сломан. Сейчас, короче, вот покажу вам школу, где я учусь. Так, ну это маленькая, я тут раньше учился. Так, объезжаем лежачие полицейские. А вот моя школа. Вот тут я, короче, учусь. Я объезжаю вот эти вот почки. Дорога, поэтому тут надо как-то вот объезжать. Вообще лучше по встречке, но сейчас едут машины там, поэтому придется потихоньку ехать тут. Здесь на повороте тоже у нас дороги нормальные нету. Короче, везде одни кочки. Поэтому я даже особо не разгоняюсь. Ну, только если вот иногда, когда хорошая прям дорога, тогда я там 60 еду, а так вот 50. Thank you.
еду, короче, по главной улице нашего села. Вот тут такая еще более-менее нормальная дорога. Тут даже 70 можно ехать. Ну, 70, потому что у меня максимум 70. Я надеюсь, вам понравилась такая покатушечка. Если вы хотите такие еще, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и так досматривайте видео до конца. Если вы будете все вот это вот делать, то тогда я буду снимать еще такие покатушки, которые вам будут нравиться, и все такое. Вот. Ну и все, всем удачи, всем пока. Также 150 лайков, если набираем, то выходит новое видео. Ну и все. Всем пока.